Всем привет! Ни для кого не секрет, что 2017 год подходит к концу, все подводят итоги и так далее. А мне хочется танцевать в этот момент. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами песнями и треками, которые, возможно, были выпущены не в 2017 году, но которые я нашла в 2017 году, под которые я тренировалась в 2017 году, под которые я снимала видео в 2017 году. Короче, песни, которые были со мной на протяжении каждого сезона. Я не буду врать. 2017 год начался с альбома Эда Ширана и, конечно же, всем известная песня Shape of You. Я бегала под эту песню, я собиралась на какие-то вечеринки на эту песню, и поэтому этот альбом ассоциируется у меня исключительно с февралем и мартом. Весна в этом году получилась какая-то тусовочная, поэтому сейчас расскажу и покажу вам песни, под которые я отжигала этой весной. И, кстати, возможно, эти треки уже настолько вам надоели, что вы не можете их слушать. У меня было так этим летом, я не могла слушать песни, которые я слушала там зимой, например. Но сейчас это уже такая ностальгия, поэтому я только рада поделиться ими с вами. Также в 2017 году мне потребовалась помощь Little Mix с песней Shout Out to My Ex. Я не могу обойти альбом Дрейка, который вышел в 2017 году. Я помню, как в мае уже было тепло, я ходила без куртки. И каждый раз, когда выходила с учебы, я слушала вот эту песню. Чарли, XCX и осень. Вот чистая осень. Мне на самом деле сейчас супер жарко, потому что я прыгала, наверное, полчаса. И если вы спросите, Лиза, почему ты так глупо поешь песни? Потому что, когда я слышу эти треки, все, что я могу делать, это прыгать от радости, потому что эти песни у меня связаны с какими-то положительными эмоциями. И все, что я могу делать, это подпевать и улыбаться. На самом деле, я сделала это видео для того, чтобы сохранить память о том, что я слушала в этом году, поскольку кто как не музыка может передать настроение и ностальгию. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте добавляться ко мне в друзья ВКонтакте для того, чтобы слушать больше таких треков, которые я выкладываю. И не забывайте подписываться на мою страницу в Инстаграм для того, чтобы следить за моей жизнью еще больше. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за просмотр. С наступающим вас Новым годом. И, кстати, напишите в комментариях те треки, которые вы слушали на протяжении этого года и просто кайфовали от них так же, как я кайфовала от этих треков.